Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Darkest Dungeon. Ох, опять возвращаемся с вами в темнейшие подземелья, где будем отгребать по полной программе. Ну, я надеюсь, что сегодня мы пройдем немножечко получше. Хотелось бы мне в это верить. Ну, а там уже дальше посмотрим, как оно все на самом деле будет. Город гудит. Да, понятно, что гудит. Это мы все слышали и видели. Так, что у нас тут по нашей команде? Ну, в принципе, неплохо. У нас только один я, ребята, второго уровня. Я даже не знаю, что нам сделать. Денег мало. Да. Так, вернитесь. Победить ученика некроманта. А где его вообще победить-то? Где он находится? Цели заданий. Так, трактир у нас. Шаман вдруг возжелал чего-то необычного. Да иди ты в баню. Так, Бозанквит у нас лечится от какого-то там у нас недуга. Вообще надо посмотреть. Так, Клери, что у тебя такого хорошего? Ах, ты у меня уже... Печать мученика у тебя стоит. И камень скорости. А ты с чем? Что у тебя за оружие-то там? А, самодельный цеп. Все, понятно. Не знаю, ребята, я им ни разу не играл. Я ума не приложу, что он из себя представляет. Ну что, наверное, нам пора немножечко прогуляться куда-нибудь. Лишь бы не лопухнуться опять. Так, где у нас вперед? Как говорится, из песней. Руины. А что вот это такое? Это у нас второй уровень или что это такое? А, подожди, вот тут вот вообще ничего. Расчистить путь к боссу. Ничего не расчищено. Так, внутренний двор. По-моему, вот здесь мы тогда с вами встряли, да? Так, потертая бляха стражника. Только дрессировщик. Дрессировщик у меня, к сожалению, отдуплился. Крестьянский двор, это все понятно. А тут, смотрите, чемпион уровня 6 надо, темнейшее подземелье. Нет, не пойдем мы туда. Быстрое исследовать. И что же мы тут получим с вами? Ускоряющий ранец, только могильная воровка. Даже такие тут есть. Тут у нас учение. Смотрите-ка, бухта. Пойдемте с вами тогда в бухту, наверное, сходим. Чумной доктор, да, получается... Колдовская склянка. 15% к шансу навыка оглушения. Ну, в бухту так в бухту. Так, кого мы с вами возьмем? Ну, естественно, себя. Так. Бозанквит у нас пока еще занята. Значит, берем разбойника. Я не знаю, вот этот вот бичеватель. Хорош он, нехорош, хрен его знает. Или лучше взять нам Мортейма. У меня вообще хиллер-то хоть есть, ё-моё, у меня есть шаман. А у шамана что там он? Так, у него есть проклятие. У него есть восстановление излечения. И руки из бездны. Больше ничего нету, к сожалению. Не знаю даже. Без хила-то идти туда опасно. Может быть, мы с вами вместо вот этого вот паренька возьмем вот этого, что он из себя представляет. Так, у него примитивное копье. И также змеиный поцелуй. Пронзание, дальний бой. Очарование. И пробивание. Так, хорошо, значит, песчаная буря. Один спутник, метка снята. Змеиные объятия. Это 20% к шансу отравляющего навыка. Я не знаю, страх нежити. 15% урона от стресса против нежити, да? А, нечисти. Не знаю, стоит ли его с собой вообще брать. Если он у нас боится нечисть. А у тебя-то что тут? Фенгофобия. Это, блин, факел, если будет тухнуть, он сразу забздит. Ладно, хорошо, ребята. Пойдем, наверное, таким составом.
попробуем. Ой, чувствую, мы с вами отгребем сейчас по полной программе. Ну что же, берем. Кто-то из вас, из ваших героев выбрал не все доступные боевые навыки. Герой... Кто-то из ваших героев выбрал не все доступные боевые навыки. Как это понять? Выбрал не все доступные боевые навыки. Давай вот так вот сделаем. Теперь-то все боевые навыки. Надеюсь. Так, припасы. Берем с вами, значит, еду. Так, отлично. Эх, возьмем факела. Бинтов немножко. И, пожалуй, ключик. Сколько? 200, да? Один возьмем ключик. И лопату одну. Все, ребят. Больше я себе не могу ничего позволить. Иначе вообще мы останемся нищими просто-напросто. Ой, ребята, это же опять у нас чешуйчатая кожа. Блин, мы же отсюда, по-моему, тогда ушли. Ядрёна ты ваш. Блин. Ё-моё, вот только этого мне не хватало. Давай, пошли вот в эту комнату. Не стрессуем, идем отлично. Так, что это такое у нас? Барельеф. Сильное воздействие. Интересно, что такое? Сатанофобию получили. Зашибись просто, я вам скажу. Оу. Головорезы, да, значит? Ну-ка, давай посмотрим, что вот это такое у нас. Так, дай-ка мне, где тут у нас параметры-то смотреть? Я уже подзапамятовал. Ага, вот. Так, 2,5 урон. Ничтожный какой-то. Это вообще у нас, походу, не урон. Терпение, это снятие стресса и страдания. Ёлки-палки, что-то мы, по-моему, с вами, ребята, лопухнулись. Хорошо, давай бомбить. Вау, крит-удар, отлично. Пронзает всех. Ага, понятно. Черт, я его побрал. Замешательство, нервы, паника. Да, это уж точно. Замешательство, нервы, паника. Уничтожаем этого говнюка. Отлично. Так, излечение. Давай сделаем. Офигеть мы, да, кританули. Опять всех постреливают. Понятно. Режущий апперкот. Охренеть. Застрессовали сразу же, а. Так, мы можем с вами сделать, наверное. О чем можем сделать? Мы будем просто рубить. От 6 до 12. На 8. Так, кто там? Никто не собрался ничего делать? Добьем. 2,5. Давай попробуем. Блин, 3 ударил. Почему 4, а? А он, в принципе, от кровопотери сдохнет. Так, и давайте дальше залечиваться. Разбойника надо подхилить. Так, подавляющий огонь. Терпимо, ребята, это терпимо. Опять еще один выстрел. Черт подери. Так, ну-ка давай попробуем вот этого. Оу, кританули. Шикандос просто. Вот это я понимаю. Это вот замечательно. Парирование. Сдох. Ну что же, будем, наверное, добивать. Убивать даже. Нет, не убили. Возвращение, восстановить. Что мы восстановим, интересно? Ну-ка, исцеление. Ага, 2 ОЗ восстанавливают за раунд. Все, я понял, ребята. Что это значит? А ну-ка, уклонение. Черт подери. Получили, блин, пулю в брюхо. Давай его резай обязательно. На 9. Вообще шикарно рисанули. Точнее, какой рисанули? Подхилили. Рисанули — это когда мы полностью оживляем. Ну что же, здесь вроде бы неплохо. В голове у меня, ребята, туман. Что-то немножко не так делаю. А это что такое у нас? Солоноватый водоем. Так, что-то...
что-то с ней нечисто. Ну-ка, давай-ка ты вот так вот. Ага, что ты там получил у нас? Ё-моё, нифига себе, до прилива, до какого прилива? До прилива чего? Воды, а где у нас вот будет такой прилив-то? Хм. Странно. Оу, да-да-да, ребята, вот они эти. Какого фига вы мне поменяли-то все? Так, руки из бездны. От 2 до 4. 78% попадания. Пробуем. Опачки, а он уклонился, а? Удар гарпуном. Помню, помню я эту мерзость. Так, зов глубин. Что это он делает? Усилил. Усилил эту медузу хренову. Так, во-первых, мне нужно как-то перебраться в первый ряд, ребята, в любом случае. Так, исцеление. Шокер. Отлично. Сопротивление у нас. Так, морской рубец на 9, вот это плохо. Это, ребята, очень плохо. Порез вены, давай-ка мы на 10 вжарили, отлично. Ослабление повесили еще. Так, нам нужно передвигаться вперед, ребят. Так, что он там? Ага, на 4 вдарил. Кровотечение повесил. Оу, волна стресса. Ну, тут уклонение, нормуль. Так, терпение, снятие стресса, да? Понятно, здесь восстановление. Давай-ка мы, наверное, повесим на нашего разбойника. Удар гарпуном, блин, сейчас... Нет, по вояке, по мне бомбанул. Ладно, пускай лучше так будет. Опять рубец делает. Блин, сейчас у меня заколбасят, по-моему, бедного моего разбойника. Надо срочно его лечить. На 10, отлично, молодец. Так, давай-ка мы, наверное... Что мы сделаем? У этого сколько хп осталось? 2. 2 урона за раунд. То есть он сдохнет сейчас, так и так. Поэтому мы, наверное, сейчас сделаем с вами вот так вот. Ё-моё, вот это крит, вот это я понимаю. Проскользило. Так, давай сюда двигаться дальше. Так, этот сейчас сдохнуть должен. Волна стресса. А вот те хрен, как говорится. Удар гарпуном. По кому? Ну, этого можешь бомбить. Оу. Давай-ка ты у меня, родной, сам полечишься. Немножечко. А то, не дай бог, еще отдуплишься. Ну что же, добиваем. Нет, не получится добить, ребята. А что вот это такое? Осталось использование 1. Прицельный выстрел. Ага, дальний бой, понятно. 2, 3. Ну-ка, давай попробуем. 2 всего урона нанесли. Маловато как-то. Так, надо нам повесить восстановление. Хотя, подожди. Мы можем сделать вот так. Отлично. А вот сюда поставим, наверное, восстановление хп, исцеление. У него такое медленное, маленькое, но уверенное. Так, этот сдох. Пора с этими охламонами, ребята, разобраться. По-серьезному. От 6 до 12. Ну-ка. На 7. Уже хорошо. Ну что там, будешь волну стресса делать или чего? А, нет. У нас ходит хил. Так, замечательно. Мне нужна перевязка. Я вижу, что тебе нужна перевязка. Я тебе сейчас ее сделаю. Вот так вот. И давай-ка мы поставим тебе легкий отхил на самого себя. А что, ты не можешь, что ли, делать? Странно, ребята. Он сам на себе не может, представляете, делать? Ага. Слушай, все здоровье восстановил ему. Морской рубец. Блин, ты достал уже. Все, пора завязывать с ним. Так, на 7 бомбанули. И, наверное, сейчас добьем его. Уклонение сделал. О-оу. Так, мы не договаривались. Зов глубин. Усилил, да? Понятно. Морской рубец опять делает. Вот пришелец, а. Ты достал меня уже, на самом деле. Слушай, я же тебе вроде бы делал перевязку. Что такое? Почему она не исчезает?
исцеление. Ребята, я понял. Короче, когда он делает исцеление, он на себя вешает кровотечение. На ноль. Как это мы похилились на ноль, а? Кто мне скажет? Есть! Готов, гнида. Ну что, шаман морской, давай-ка мы с тобой сейчас разберемся. По душам поговорим. Сделаем ему оглушающий удар. Сколько у нас? 83% попадания. Погнали. Все, оглушение он получил. Это нам на руку. Так, давай-ка ему... Оу, добили. Зергут. Все, забираем все, что здесь есть. Так, сундучок этот мы... Интересно, что в ней? А если мы, например, ключ используем? Никакого эффекта, зря только потратил, да, ребят? Содержимое наше, и мы получаем 8 гербов. Так, а тут у нас сзади на фоне, я смотрю, такой кит вспоротый, да, лежит какой-то. Это, конечно, хорошо, надо вот так вот сделать. Блин, больше не будем им, ребята, отхиливаться. Это невыгодно. И вообще надо поменять местами. Вот так вот. И немножечко, наверное, перекусить совсем капельку. Все, и факел подожгем. Так, перемещаемся, давай. Слушай, что это за кубок такой странный? Так, у нас есть лопата. Здесь все хорошо. Че ты застрессовал-то сразу? Еще ничего не случилось, он уже стрессует, блин. Тут еще диковинка нас ждет. Вот он, мешок. Погоди-ка, с какого перепуга вы поменялись местами-то все? Мешка наше содержимое. 250 голды, как много. А лучше не придумаешь. Опа, опа, это что еще за улитки? Что это за говно тут выскочило? Волна стресса начинается сразу же причем. Хорошо, мы делаем, наверное, с вами вот так вот. Подлечим нашего бичевателя. Боевой натиск. Парирование 40%. Модификация урона минус 20%. Крит. Ну ладно, давай попробуем. 3, 6, 1 и 2. 5 и 9. Вау, кританули. Жалко, кровотечение не повесили. Так бы он уже сдох. Так, отметить цель. Перенести отравление. Как вот это вот можно понять? Перенести кровотечение, перенести отравление. Пока не могу немножко понять. Ладно, пока мы ничего не можем им сделать, по идее. Восстанавливать я не буду. Усиление себя. Ну давай, усилься. Хрен с ним. Нет? Тогда давай вот так вот сделаем. О! Удар гарпуном. По кому? Блин, по хиллеру. Сейчас будем делать, ребята, с вами, наверное, приговор. Один... Чего? Сколько? 1-2 урона? Пш, нафиг оно нужно? Сокрушение сколько у нас? 1, 4 и 8. Что-то вообще как-то слабенько, ребят. Ну давай. На 6 пробили. Ракушечный барьер. Усилился, чувак. Тут морской страж какой-то плюется еще. Кстати, вот эта улитка, я смотрю, она как танк у них здесь действует. Волна стресса. Хе-хе-хе. Малорик. Бандос. Контрудар сделал. Черт подери. Так, ну что же. Давай-ка вот так вот сделаем. Интересно, сможем? Нет, не сможем. До того нам не достать. Хорошо. На 3 слабовато. Это очень слабо. Излечение. Придется нам, наверное, бичевателя лечить. Что-то как-то он слабо лечится. Вообще слабо. Так, поменяемся местами. Октопояс. Помню, помню я, ребята, этот октопояс.
Задолбал уже плеваться, а, своей херней. Опять его придется лечить. Постоянно он хилится на 4. Что за дела-то такие? Удар гарпуном. По кому? Моего хиллера начинает разбирать. Вот это плохо. Зов глубин. Да пошел ты со своим зовом глубин. Так, какая у нас тут парирование. Ладно, попробуем, ребята, сделать. Достанем, достанем. Нечего ему здесь. Подожди, а почему? Я же вот в этого метился. Что за дела-то, эй? Ну-ка. Вот так попробуем. Не могу понять, почему бандос постоянно меняется местами. В чем прикол? 3-5. На 3! По самому минимальному ударили. Опять октопоис. Оу, крит. Бобо, было. Кровотечение, ребята, висит на мне. Надо срочно как-то это дело снимать. А как? Бинтов-то нет у меня. Морской бриз. Подхилили этого говнюка. Вы представляете, ребята? Блин, как вот этот вот хмырь меня достал, а? Неужели мы его не сможем пробить? Да на ноль нельзя хилить. Хер ли вы мозги-то мне пудрите? Да, по ходу дела сейчас мы тут с вами распластаемся. Что-нибудь можешь снять, в конце концов? Вот. Снял, на себя повесил, да, кровотечение. Молодец, блин. Он принимает всю хрень на себя. Добиваем этого говнюка. Отлично. Так, а теперь рассол. Какой, блин, рассол еще? Черная чума. Слабление. Оу. Так, и скорость, и уклонение у нас пониженная. Нормуль. Хорошо, проконтрил. Так, терпение. Снятие стресса. Снять отметку с цели. Все на себя, да? Все на себя перенимает. Черт, на 8 бомбанули. Сейчас, по-моему, отдуплится. Я получаю новые и новые раны, конечно. И радуется этому почему-то. На 11, вот это хорошо. Похиляли. Давай будем пробовать вот эту ракушку. Улитку или кто она, бомбить. Личинка там какая-то морская, да? Ага. Ладно. Промах. Сколько? Добиваем. Отлично, все хорошо, не надо бздеть. Остался вот этот упыреныш. Ну что, без подхила, без всего, кровотечение висит. Я смотрю, он уже не такой веселенький, как был до этого. Блин, как же ты меня немножко озадачиваешь, братишка. Снятие стресса. Ну давай себя, он ничего не может. Я его больше брать с собой не буду. Ребят, он какой-то... Он как губка, все на себя берет. Абсолютно. Все эти кровопотери. Ладно бы он еще там был супер-пупер какой-нибудь. Он же обычный чувак, самобичеватель. Ох ты. Камень яда. Так, и кровь. Цитрин. Конечно, все будем забирать. И ракушку, я так понимаю, мы эту тоже можем открыть. Гигантская устрица. Захлопывается. Кровотечение заработал. Вообще замечательно. Угу. Оп, это я что такое сделал? Зачем я это сделал сейчас? Твою дивизию. Вот я и посмотрел, ребята. Мечтал посмотреть, и на тебе. Фак, а? Да куда ты меняешься? Давай сюда иди. Вот так вот. Пойдем потихонечку. Где у нас карта? Так, это мы здесь сейчас с вами. Значит, пойдем обратно. Я истекаю кровью, я вижу, что ты истекаешь. Сколько еще крови ты будешь истекать? 2 раунда. Голод, у них уже голод. Перекусили, все, довольные. Стресс поймал. 15 к шансу отравляющего навыка. Минус 1 скорость.
А кому бы, например, это пригодилось? Кого у нас обычно травят? Бандита? Ну, давай поставим бандиту. Зря, наверное, это, конечно, все, но... Пошли вот в эту комнату. Так, добыча. Лопата плюс страницы из дневника. Ёпарас, это лопата есть? Есть лопата, давай-ка. Сломаем здесь. Без ущерба для себя. Ёпарас, это застали врасплох. Ну что же. Погнали. Так, усиление получил, да? Давай подлечим тебя. Слушайте, он больше четырех почему-то не лечится. Я не знаю, в чем проблема. 5 и 9. Давай вот этого, наверное, шамана. Ах ты, уклонение, ребята. Уклонение. Насколько здесь? 4,8? Да ладно! Как вы так могли уклониться-то все? Получил в ответку, гад? Ой-ой-ой-ой, бандит, хорош. Только держись, морской рубец, по кому? По мне. Обвинение, вот этот чувак достал. Ты смотри, что он сделал. 3 стресса за раунд. 4 раунда, офигеть. Слушай, ты достал уже, блин. Уклонение. Слушай, они слишком часто ходят. Оу. Бандит у меня сейчас может погибнуть, ребята. Бичеватель. Так, что-то экзальтацию получил какую-то. Я стал тем, что когда-то наводило на меня страх. В каком понятии? Так, давай вот так вот сделаем. Хиляемся. На 12. Хорошо-то как. Так, морской рубец. Опять сейчас будет. Уклонился. Ответочку отдали. Слушайте, я, наверное, поменяюсь, ребята, местами. Вот так вот сделаю. И попробуем 6-12. Вот этого. А именно 6 почему-то. Не 7, а 6. Тусклый свет. Не надо. Узрите свет, будьте свидетелями. Я не боюсь бремени. И полез куда-то вперед. Что такое наказание? Можем кого-то лупануть. Попробуем. Ух ты. Вжарил. Волна стресса. Не пробьешь. Что мы делаем? Мы деремся. Мы выживаем. Что мы можем делать еще? Так, морской рубец. Вот этого гада надо уничтожать, ребята. И это факт. Опа, опа, опачки. Тихо, тихо, тихо. Стой. Каждая рана — это услышанная небесами молитва. Давай мы вот этого... Блин, да что ж ты будешь делать? Уклонение и все. Так, живи. Я не помню, я же хотел... Я не... Какого лешего он... Он отказался, ребята, понимаете, от хила. Ха! Вот мазохист, а. Слушайте, давайте попробуем, наверное, оглушить. Сколько у нас? 85%? Мало это. Вот так вот рискнем. Есть! Убили. А вот до этих мне тяжеловато теперь будет дотянуться-то, блин. Рубанул, молодец. Значит, ребята, тот удар — это у нас контр. Что ты можешь сделать? Терпение только, да, терпение. Снять метку. Давай вот так вот сделаем. Крикун этот достал уже, а? Будешь лечиться? Да, подлечился. Хорошо. Блин, дотянуться не могу, ребята. Так, а если мы сделаем... Вот здесь хорошо получится. Так, 68%, этого маловато нам. А тут 63. 76. Снесло. Ну что, гад, вот мы с тобой и встретились один на один.
Только вот чем тебя достать, я пока ума не приложу. Отметка. Привлекает врагов и приносит больше урона от некоторых атак. Ага, понятно. С дороги, овцы! Чувак, все вперед да вперед идет. На! Получил цепью. Нифига у него кровотечение 4. Нет, 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 нет. Хотя, да-да-да-да-да, стрессом мы получили нормуль. Так, давай будем его как-то подхиливать, чтобы он жил у нас хотя бы. Пробуем. Есть, добили. Все, ребята, бой закончен. Слушайте, вот это вот, я не знаю, зачем вот эта вот кровь? Надо как-то про нее где-то прочитать, что она делает, для чего она вообще здесь существует. Так, ну что, идем с вами вот сюда, уже вниз. Так, это, я так понимаю, у нас тут ловушки впереди. Обезврежено. Отлично. Так, ящик пуст. Пока все довольно хорошо идет. Ой, не нравится мне сейчас. По-моему, мы здесь на кого-то с вами напоримся. Что такое? Насвистывает. В мешке добыча. И... это мое и только мое. Это награда, честно заработанная мной. Такой, знаете, как уже безумный. Эх, ну ладно, тут их... опачки. Поменяли мне, ребята, все. Абсолютно все. Всю формацию мою. Что же делать? Ну давай поставим терпение. А себя стрессует он в этот момент, ребят. Ага, шаман тут, как всегда, колдует. И эти сейчас будут гарпунами, да? Морской окунь, ребята, это оказывается. Так, жертвенный порез. Он сколько наносит урона? От 5 до 9? От 5 до 9, да, ребята? Слушайте, а это довольно неплохо. Давайте-ка... вот так вот, на 6. Неплохо, совсем неплохо. Так, ай, бандит, держись. Держись, красавец. Ё-парсете, вот это он отгребает. Да я понял, что он при смерти. Давай вот этого гада мы попробуем все-таки. Нет, не добили, не получилось. Рыцарь, ты у меня вообще не достаешь с этих позиций. Так, давай. Что ты там у нас делаешь? Усиление. Хилься, живи, чувак. Волна стресса. Ага. Ты оправдываешь мою веру. Эта ноша мне под силу. А, мне не под силу даже. Ого. Нифига он подхилил. Но он сам, ребят, смотрите, вообще в крит, у него нету ОЗ. Ха, морской рубец. А-а-а. Все при смерти. Я даже не знаю, ребята, кого мне спасать. Я буду, наверное, бичевателя, ребят. На 7. Морской рубец. По мне звезданул. Так, ребята, я попытаюсь вот... ага, я не дотягиваюсь. Тогда этого придется. На 7. Кровотечение. Сколько там? 2 за раунд. Приговор прокатит? 80%. Должен. Есть. Получилось. Волна стресса. Ядрить тебя на корень. Не получилось у него, ребята. На решимость. Эгоцентризм мы зарабатываем с вами. Я многим пожертвовал, но теперь я возьму свое. Не протився бремени, ибо оно направит тебя на путь истинный. Лучший Лю. Это что он сейчас сделал? Зашибись, он, по-моему, сейчас захерачил моего этого хила. Снимаем стресс нафиг. Так, морской рубец. Блин. Надо хилить его обязательно, ребят. Ух ты. Ну что, пробиваем, наверное, вот этого чмошника. Отлично. Что же, пусть вся слава достанется тебе.
на решимость. Эгоцентризм тоже зарабатывает, ё-моё. Украденная монетка, заработанная монетка. Понятно. Давай-ка хильнемся чутка. Приговор не достанет, ребята, у нас, да? Тогда мы делаем с вами ход конем. Вот так вот. Трупики там потихоньку гниют. Еще хильнемся, пока есть такая возможность. Оу, что ж у тебя так все-то плохо. Давай снимать стресс. Вот так-то. Это провал, я не могу жить с этим. Что у него там разрывается? Сердце, что ли, блин? Ты держись, сейчас я тебе хильну. Надо бежать. Ха, хотел бы я стать бездумным идиотом. Так пошел бы в армию. Пропуск, зашибись. Нормуль, вообще стрессует по черноку, ребята, просто-напросто. Давай провокацию будем на себя вешать. Усиление. Да когда же вы там сгниете-то уже? Так много крови. Ты держи, сейчас, подожди, мне нужен хил. Черт, из-под тишка бомбит, а? Давай, терпение. Снятие стресса. Когда же этот сдохнет-то, чмошник, а? Все, давай хилять. Отлично, поживет еще пока. Не сдавайся, братиша. А ну-ка, вот так вот. Фью. Зашибись. Забираем, конечно, все. Вот это был бой. Это был бой, ребята. Давай-ка мы поменяем местами вот сюда. Этого сюда поставим. Так, подожди-ка. Бичевателя мы поменяем с бандитом местами. Вот. И бичевателю желательно бы немножечко подкрепить здоровье. Все, факел включаем и идем дальше. Да какая, блин, ловушка. Ах. Ты давай-ка завязывай с такими приколами-то, эй. Берем, не берем? Берем. Внутри только переваренная рыба. Понятно. Ну что, у нас, ребята, еще одна буквально комнатка. И я чувствую, что это будет тут с боссом. Содержимое в мешке мое. 500 голды. Ой, мне не нравится, что вот здесь очень мало здоровья, ребята. Очень мало. Так, раз у нас последняя комната, значит я могу... Что заполнено-то? Святая вода. Для изгнания зла и очищения. Попробуем. Отлично. Вот это вот мне не нравится, конечно. Он стрессует, блин, по черноку. Хорошо. Голод. Давай, покушали, перекусили. Двигаемся. Ловушка. Как вовремя, а? Да хватит тебе уже бубнить. Мне прям под руку. Ой, ё-красоте. Застали врасплох. Ну что же. Сколько? 4,8. Так, 81%. 83%. Попробуем. Вот так, на 7. Отлично, хорошо. Что же, пусть вся слава достанется тебе. Только не говори, что ты пропускаешь ход. Блин. Ослабляющее проклятие. Что же делать будем? Ну что, будем ослаблять? Или будем хилять? Черт, вот здесь вот, ребята, выбор. Ослабляем, короче. Так, ты у нас не можешь ничего сделать. Единственное, если, конечно, тебя с бандитом поменять местами. Вот так вот. Удар на сколько у нас пройдет? 6-12. 6-12. 80%. Я рискую, ребята. Промах. Вы представляете, промах был. Подавляющий огонь по всем. Ну, ох ты. Рубанул. Молодец, бандос.
Может, это знак? Это хреновый знак. Шаман проходит проверку на решимость. Сосредоточенность он зарабатывает. Это, по-моему, положительный навык. А, спокойствие. Полного сосредоточения. Молодец, шаман. Как раз вовремя. Промахнулся. Так, выстрел в упор. Вот это больно будет. На 8. В случае моей смерти не забудьте про последние почести. Не забудут. Так, ребята. Так, опять подавляющий огонь по всем, да? Черт бы его побрал. Вот мне нравится, что бандит контрит. И это вообще классно. Ну, а мы в этот момент вот так вот делаем. Ага, получил удар от бичевателя. С ним-то шутки плохо. Ядрить, сам выстрелил, представляете, ребят? Просто сказал, ты мне надоел, и выстрелил ему. Ё-моё, бичеватель, ты еще у меня повоюешь, двойной порез. Блин, двоим сразу. Так, что-то тут. Ничего себе. Блин, я обожаю бандита своего вот этого. Как он все-таки круто контрит, а? Если бы у него еще модификация была бы офигенная, чтобы... Как звезданул под полтишок сразу бы. Чтобы они тут обделались. Ну что, 6-12, поехали. На 9. Это очень хорошо, ребята. Единственное, что мы кровотечение имеем. Ну-ка. Воу, на 20. Блин, вот это молодец, у меня шаман. Это круто. Слушайте, но бичеватель, несмотря на то, что у него и это, как он забирает на себя все, но он у меня выжил, ребят, вообще без проблем. Какой-то такой разрыв, вот разрыв сердца, вот это, конечно, мне не нравится. Он сразу тратит все здоровье свое, ну, тем самым подхиливая весь отряд. Забираем. Да, ребята, задание выполнено. Я считаю, что это очень хорошо. Вообще, вот это вот сражение мне понравилось. Хотя, такие шансы были, что думал, сейчас вот отдуплимся. Но выдержали, вытерпели, молодцы. Хвалю. Так, ну ладно, давай побыстрее-то. Ё-моё, гербов-то сколько, купчие гербы. Так, смотрим. Плохие или хорошие мы с вами получаем навыки? Плохой, да? Непреклонность. Плюс 10 сопротивлению смертельному удару. Заменено толстокожесть. Слушайте, ну 10% сопротивления смертельному удару, это замечательно, я считаю. А вот то, что эгоцентризм у нас какой-то, вот это плохо. Психоз. Так, ну что, Клери, что у тебя? Орлиный глаз, 5% криту, дальнобойные навыки. Но у него нету дальнобойных, я так понял, навыков-то. И шаман. Угасающий. Ой-ой-ой-ой. Минус 2 к скорости и минус 2 к... Ой, 5 к уклонению. Вот это вот... Это нужно обязательно лечить и как можно быстрее. Город гудит. Ты достал уже. Я знаю, что он гудит. Успешно завершила курс психотерапии. Устранена черта ночной. Так, возвращается после изнуряющих плоть испытаний. Вот так вот, значит, да? Хорошо, у нас с вами денег хватает, и нам нужно, ребята, лечить недуги. Здесь у тебя... Где тут? Экзальтация. Что такое экзальтация? Я не знаю, ребята. Так, лечебница. Так, у нас... Слушайте, где можно посмотреть? Вот так вот, да, по-моему? Так, склонность к воровству. Ну, это, в принципе, фигня. В городе снимает стресс только молитвой. Санатофобия. Это что такое? 20 урона от стресса против нечисти. То есть, если мы будем с нечистью, да, у нас на 20% будет больше урона идти. Это надо лечить. Лечить-то надо. А кто же у меня тогда пойдет во главе? Не знаю. Так, давай-ка... Вот это вот. Сколько? 4500. Это слишком дорого, я считаю. 4500. Так. При кровотечении атака понижается. Ай-яй-яй. У нас вообще хоть кто-нибудь там есть новенький? Давайте посмотрим. Там дирижанс этот. Кто-нибудь пришел? О, Сидней какой-то. Это искатель шут.
А если посмотреть, что он тут умеет. Так, урожай, ближний бой. Кровотечение, я так понимаю, вешает. Потом у него опять же ближний бой. Все ближний бой. И усиление цели. Лечение ран. Лагерные навыки, да? Один спутник, снижение стресса. И у Розы есть шипы. Все спутники снижения стресса на 15. 15% урон от стресса. Хорошо, я его возьму, ребята, по-моему. Наверное, он нам пригодится. Из тех, кто смеется последним. Он из тех, кто смеется последним, понятно. И здесь абсолютно одинаковые. Искатель арбалетчица. А в чем у вас разница только, а? Сатанофобия. Понял я все. А у тебя спокойствие. Синдром самозванца. Что за ересь? Кто ты такой? А, ты арбалетчик у нас. Метка снайпера, подавляющий огонь, снайперский выстрел. В задних рядах, наверное, я думаю, он будет великолепен. Хотя не факт. Так, ну что же, нам нужно в любом случае кого-то отправлять на лечение. Если факел не более 70%. Так, стресс тоже нужно снимать. Тогда начнем. Так. Давай, иди. Так, ничего тут не надо. Пускай он лечится. Так, бандита возьмем, наверное, или будем лечить? Наверное, надо его подлечить, ребята. Не помещается. Хорошо, давай мы попробуем тогда через трактир тебя. Блин, дорого. Но надо. Шаман. Шаман пока еще терпит, он пойдет с нами. И, в принципе, у меня тоже пока терпимо. Что это за фигня вот такая тут висит? Я не могу понять. Сменить одежду. В принципе, никакой разницы нету. Так, и, кстати, у нас же еще есть кузнец. Обязательно надо сходить к нему. Перетащим. Побитый длинный меч. Если я повышу... Вот так вот. Отлично. Так, у шамана я могу что-нибудь улучшить? Могу. Вот так вот. Ковка брони уровень 1. Мы, кстати, еще так и не сделали, да, с вами? Ковка брони. Нужно 8. 8 купчей. Как у нас там обмен-то происходит? Так, так, 8 купчей. 6. Так, ну что, давайте изучим, наверное. Вот так вот. Так, иди-ка сюда. Родной, сколько? 675. Давай улучшать тебе броню. И, наверное, у шамана тоже выучим. Все, ребят, пока на этом хорош. Ну что же, теперь надо нам определиться, куда мы опять с вами рванем. Так, отлично, здесь опять подросло. Внутренний двор, мы с вами здесь были или не были, я вот не помню. Быстрое, да? Город страдает от нашествия летающих насекомых. Значит, нам нужно вот это вот сделать. Недостаточно подготовленная группа обречена. Вы хотите продолжить игру... С некомплектованным? Нет, конечно. Я же еще не всех собрал-то. Понятное дело, что не всех собрал-то. Сейчас всех соберем. Вот так вот. Да, 2 хила у меня будет. Слушай, давай-ка мы вот так вот попробуем. Ух, была не была, ребята. Так, подожди. Это особо опасное задание, длится дольше обычного. Рекомендуется использовать героев первого и второго уровня. А у меня тут нулевые уровни. Нормуль. Тогда давай пойдем в заповедник. Вылазка в безумную сеть туннелей.
Дайте врагу бой, а потом вернитесь с новыми знаниями. Так, выбираем с вами жрачку. Еду взяли, так, бинты взяли. Для очищения предметов и излечения недугов. Также можно дать герою, чтобы снять с него ослабление в бою. Угу. Помогающие психике справляться с ужасами подземелья. Так, факел нам нужен. И лопата, наверное. Так. Ну что, я думаю, наверное, ребята, пора нам отправляться в путь. Не знаю, два новых героя я с собой взял. Шут этот, что он там из себя представляет, без понятия. И с копьем чувачка. Урон от яда и кровотечения не зависит от защиты противника. Они быстро плодятся в темноте, но, может быть, мы убьем их быстрее. Не знаю, может быть, твою дивизию сразу попали в ловушку. Почему мы ее не видим? Я не знаю. Но хорош бубнеть-то мне под нос тут. Свежий факел я нашел, надо же, ё-моё. А бывает еще и не свежий. Шут, действительно шут, но почему он с серпом идет? Давай-ка сюда рванем. Опять в свежий факел, да? Ну. Давай возьмем. Ёпрасотел, в ловушку втюхались. Еще и кровотечение. Вот так вот сделаем. Так, давай-ка шутом попробуем. Ценностей. Кто там так противно орет? Прям как будто кошки на душе шкребутся. Ах, все, ребят, я вспомнил. Тут у нас, значит, паучки будут. Ну что ж, давайте посмотрим, что это такое. Ближний бой, пробивание. Ох ты, как, нифига он далеко бомбит. Ну давай попробуем. Просто на удар. Остановись, эта жертва должна быть принесена свету. Хорош орать-то. Что такое? Уклонение, молодец, шаман, умница. Так, ну теперь будем смотреть, что у нас умеет шут делать. Вот у него урожай, удар есть такой, да? 3,5, 75%. Шанс крит, удар 4%, вообще мало. А вот это вот отрез. О, 14%, 4,6. Ну что, попробуем. Да, по минималке звезданули. Но зато кровотечение. Ого, неплохо, я вам скажу. Так, давай-ка подхилимся. Нормуль. Так, паутина. Кого? Кританул, а? На 2, молодец. И сразу стресс у нас пошел. Еще и оглушил. Вот оно что, он паутиной нас кручит. Ну-ка, есть. А, только одного. Хорошо, этого сейчас добьем, ребят. А что такое? Боевая баллада. Это значит усиление себя. Так, 30% к урону и 10% к криту. Но он может, по-моему... Нет, только себя, похоже, дело. Опа! Всех, что ли? Точно, ребята, это усиление всех. Так это же круто. Слушайте, шут, если так может делать, это вообще зашибись. Усиляет команду. Такие ребята всегда нужны в пачке. Согласитесь, погоди-ка, мне не нравится, что-то вы тут поменяли себе построение. Ящик пуст. Жаль, что он пуст. Опа, это еще кто такой? Кто это? Свинка-лека? Черт, я тебя вобрал. Плюется, смотрите, какие они уродливые. Так, мы абсолютно ничего не можем сделать с этой позиции. Остался использованный. Финал. Ближний бой. Это атакующий, да? 8-13. Попробуем дальнего. Ядрить! Кританул. Ха-ха-ха-ха. Еще и посмеялся. И сразу взад слинял. Не, ну в принципе нормально. Молодец. Этот на меня, блин... Ох, могло быть и хуже. Этот на меня блюет, гаденыш. Сейчас ему шаман проходит проверку на решимость и... Блин, паранойю зарабатывает, а? Нужно глядеть в оба, иначе мне конец. Да у тебя все нормально, что ты паникуешь-то раньше времени? Режем. Так, отлично. Ну, этот, как всегда, у нас плачет. Пусть вся слава достанется тебе.
Здесь не промахнуться бы. Это мне... Эй, да хорош, давайте кто-нибудь будет ходить. Вот. 5-9. Получили 5-6. Нормуль. Ну, я так понимаю, они ватные, ребята. Рвота. Все блюют на нас, а. Хорошо, что у нас вот это вот усиление, да? Обалденное. Попомните мое слово. Шаман там орет. Так, давайте еще раз сделаем усиление. Оно не суммируется, по-моему. Пробиваем. Готов. Так, и... Давай, ножом его. Все, здесь справились. Цитрин, рубин, факелок, вся ерунда нам достается, мы двигаемся дальше. Так, опять вы у меня все время меняете свою эту постановку. Так, шут, давай поменяйся местами с шаманом. Вот так вот. Посмотрим, что здесь у нас. Добыча какая? 8 гербов, отлично, страница из дневника. Слушайте, а для чего вот эти вот страницы, а? Что они? День 7. Подрались с какими-то буйными дуралеями. Рэйвен сказал, что это были сектанты. Дрались отчаянно, но не слишком умело. Понятно. Дрались отчаянно, но не слишком умело. Ладно, тут у нас что такое, смотрите. Пониженные какие-то у нас параметры. Это у шамана. У остальных же все пока хорошо. Нет, не хорошо. Черт. Ну ладно, двигаемся дальше. Сюда у нас что, сразиться в ком-то? 100%. Ладно. Погнали. Тут у нас сейчас будет бой с паучками. Ну, в принципе, я думаю, что здесь мы справимся. Давай-ка приступим. Пробиваем. Давай заднего. Оу, крит. Слушайте, я хочу вот заднего атаковать, а почему-то все равно он атакует первую цель. Так, ну-ка, сможем убить? Нет, не смогли. Кровотечение тоже не повесили. Так, интересно, ты добить сможешь? Нет. Не добил. Тогда приговор. Да-да-да-да-да, все хорошо. Паутина, на кого он бросает? Уклонение. Плюс сопротивление, да? Усиляемся, ребята. Главное, шаман сразу отошел в сторону, да? Твои типа хитрости мне не нужны. Вот как хочешь. Так бы был бы усилен, хотя ты и так усиленный. Бинты взяли. А вот это вот хорошо. Двигаемся дальше. Что тут такое? Стойка с ножами. Так, немного припасов нашли. Воу, пищу даже раздобыли. Да хорош тут уже стресс-то зарабатывать. Ну, а здесь что? Ничего полезного. Ну и фиг с ним. Нам и так хорошо. Дай-ка мне карту. Направляемся сюда. Так, будет у нас здесь ловушка. Вот она, да? Обезврежена. Шикарно. Так, и какая-то... Да хорош там рассусоливать. Пожрать? Ну, жрите. Что тут у нас? Куча костей. Гнилая куча заразила героя. А! И чем же она заразила? Я пока ничего не вижу, ребята, такого плохого. Никаких статов на нем плохих не висит. Так, ну что, последняя комнатка у нас. Я чувствую, здесь у нас будет босс. Ой, ё-моё. Темнота, союзник врага. Падальщик, свин-рубака и свин-барабанщик. Получил, гаденыш, а? Сживание. Ой, шут, аккуратней. Попомните мое... Да иди ты с своим, попомните твое слово. Дай нам усилиться всем. Вот так вот. Так, что сейчас будет? Удар мясника, уклонение. Смотри-ка, что они тут вытворяют, а? Отметку на меня повесили. Ладно, мы сейчас будем делать ослабление на них.
Так, ну что, прочитаем. И, подожди-ка. Так, 7.13, пробую. Отлично, попробовали. Умнейший и сильнейший убийца. Достижение я получил. Урожай. Барабаны ущерба, навыки. Удар мясника. Как противно там визжит кто-то, не могу прям. На, получи пятерочку. Кровотечение. Сдох. Нет, шут, конечно, молодец. Очень крутой чувак. Блин, ну как же на ноль ты хилишь? Я вот этого не понимаю. Что за бред? Удар мясника и попадает, гад. Кровотечение еще повесил. А ну-ка, покараем. Кританули, но еще он жив. Ух. Так, давай-ка, наверное... Нет, наверное, не добьем. Вот так вот добьем, скорее всего. Нет, по минимуму ударили на 6. Кровотечения никакого нету. Ну, сейчас ему хана будет. Ох ты. Коготь ловкости, ребята. Только наемник может носить. В инвентаре не хватает... Так, давай что-нибудь убирать тогда. Слушай, вот эту вот еду съедим. Так. Забираем. Так, что еще можно выкинуть? Целебные травы, я не знаю, или что. А, подожди-ка, вот это нам не нужна. Так. Shift. Вот так вот выкинем. Все, это забираем. Так, идем дальше потихонечку. Лопата есть у нас? Есть. Какого ты хрена получил кровотечение, эй? Свежий факел, да? Почему мы идем с вами без факела, а? В темноте. О, перепуга. Ну что, наверное, босс будет. Так я и думал. Что это у нас за хмыри такие? Так, вот это особенно. Кто такой? Свинцы... Кто? Цыплятель? Цыплятель, точно, ребята. Так, пронзание. 2-4. А этот у нас сколько? 5-9. Кого будем убивать в первую очередь? Не знаю даже, свин-рубака. Давай-ка вот этого вот. Уклонился он, а, ты посмотри. Цыплятель-то этот. Да понятно, хорош там уже рассусоливать. Делаем, ребята, усиление. Я думаю, это вообще надо делать в первую очередь. Так, и поставим, наверное, ослабление. Кританули еще. Так, рыцарь у меня, да, сейчас ходит. Да что ты... На решимость и мазохизм получает. Да чтоб тебя, а? Хоть раз что-нибудь нормальное бы дали. 4,9. А так если бомбить, 6,13. Давай так, по промах. Это 85% было попадение, и у нас промах. Офигеть можно. Крюк в больное место. Нифига ты. Тихо, 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 тихо. Успокойтесь тут. Ритм капель крови, падающих на песок, заводит лучше любого барабана. Удар мясника, по кому? Уклонение, вот тут ты хорошо сделал. Молодец, что уклонился. Стресс все растет, растет. Для нас все кончено, для нас только все. Опять? Фига он там сделал. Мы-то будем ходить сегодня или нет? Уже по второму кругу они ходят. А я еще ни разу не сходил. Да что такое-то? Я не пойму, в чем проблема-то? Так, ну что, ребята, будем, наверное... Давай у этого попробуем. На 7. Уже что-то. Так, кровотечение. Есть вероятность повесить, ребята. Есть? Повесили? Повесили. 3 урона за раунд. А у него сколько здоровья? 11. То есть за 3 раунда он сдохнет. Здесь, естественно, будем лечиться. Так, кто там ходит? Уклонился, молодец, шут, умница. Да куда ж ты... Куда ж ты ушел-то, а? Что ты там сделаешь? Ты вообще с этой позиции ничего не сможешь сделать. Рвота. Ладно, это терпимо. Уклонились. Серп.
Давай вот в этого. А, не можем, давай тогда этого. И кровотечение, да? Вообще классно. По всем, что ли, сейчас будет? Ух. Опять давайте танцевать. Ты достал уже. Так, и проверка, блин, трусость. Ну, шут, ну я не... Блин, нифига хорошего не дадут, только все плохое, а. Молодец, хорошо. Подхилил хотя бы. Причем того, кого нужно. На 6. Крюк в больное место, и шаман получает 6 урона. Удар мясника, еще 5 получает Рейнольд. Так много крови. А если я сделаю вот так? Готов, мясник. Так, этот, наверное, сдохнет у нас от кровопотери, да, ребята, этот сдохнет, поэтому мы не будем на него тратить даже ничего. Змеиный поцелуй, давно хотел посмотреть. Ага, только ближайшие ряды. Тогда вот так попробуем. С удара снес, малорик. Так держать, и мы будем в куражах. Так, ну этот бьет, а этот сейчас подохнет у нас. Столбняк тут заработал, что за столбняк еще? Давай-ка я вот этого критом уничтожил. И это сейчас сдохнет, если будет ходить. Все, ребята, шикарно. Забираем все. В инвентаре опять мало места у нас. Так, что мы можем выкинуть? Давай святую воду выпьем. Вот здесь заберем. Так, подожди, надо продолжить поход. Нам нужен вот этот вот сундук все-таки. Ловушка. Ладно, здесь выполнили, ребят. Возвращаемся к себе домой. Так, все уголки этой земли исследованы. И полнейшее изнурение. Мы с вами получили достижения вот такие вот. Ух, так, 4000 всего лишь заработали. Также у нас скользящие ботинки. 4 к уклонению и минус 20 сопротивления к перемещению. Ну, что вы нам дадите? Рейнольд, давай хороший только что. Красная чума, 75% сопротивлению кровотечению. Минус 10% к максимальному ОЗ, минус 5 к риту. Охренеть. Красная чума, это надо лечить. Обязательно. Сидней, что у тебя? Клаустрофобия. Эгомания, блин. И шаман получает хиломанию, одержимость вещами. Ничего хорошего не получает, только анти-анти-анти. Город гудит, да он надоел уже гудеть, если честно. Так, что у нас тут? Сэндис. Так, 59 стресса он снял. Страдает от психоза. Так, в монастыре Клер у нас переживает чувство слияния со своей болью и отказывается прерывать самобичевание. 90 единиц стресса он снял уже. Да, практически полностью. Нам нужно самим, ребята, подлечиться в любом случае. И шамана тоже нужно. Сколько у нас там? 100 из 200. И здесь тоже 100 из 200. И у Сиднея 94 из 200. Да, и, кстати, вот этот вот Март Мейн, который хорошо у нас подрался. Мазохизм. Блин, надо тоже его отправлять на лечение. Но у нас, ребята, с деньгами большая, очень большая проблема. Как вообще тут зарабатывать, интересно мне, деньги? Причем хорошие. Каким макаром-то? Да, на кладбище у меня ребятушки лежат. Интересно, можно их будет? Вот на мобиле, когда я играл, там можно оживлять с помощью святой воды. Здесь, по ходу дела, ни шиша так нельзя сделать. Так, снятие стресса. Кому? Кому мы будем снимать стресс? Я даже не знаю. В гильдии можно выучить, ребята, новые навыки. Мы, интересно, себе можем что-нибудь изучить еще? Святое копье. Ближний бой. 15% урона против нежити. Это неплохо, да, ребят? И также воодушевление, снятие стресса и факел плюс 5. Но это как-то не особо мне нужно. И боевое лечение есть. А что у нас есть тогда, ребята, у шамана, если предположим? Так, бездонная артиллерия. Это 15% против мистика. И демоническая тяга. П
притянуть. Вражеская группа — убить всех врагов в труп. То есть я могу кого-то вытянуть, да, издалека на первый ряд. Слушайте, ну это неплохо, давайте изучим. Так, бандит. Что можно у бандита выучить? А у него практически все. Картечный залп. Неприцельный выстрел. Глубокий порез. Мастерство инструктора. Это где такое изучается мастерство? Ага, вот. Не хватает у нас портретов. Можем где-то с вами обменять портреты. Так, давай-ка мы попробуем вот так вот сделать. Нет, походу ни шиша не сможем, да? Плохо. Хотелось бы, конечно, как-то здесь дело-то наладить. Жесть какая-то. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас еще. Оп. Понятно. Уровень улучшился. Крестьянский двор, внутренний двор. Руины. Бухта чаще. Слушайте, а в крестьянском дворе у нас, по-моему, до бесконечности, да, идет там драка. Победить ученика-некроманта. Почему нам не показывают, где его взять? Вот, может быть, вот это вот ученик-некроманта, а? Среднее учение. Здесь быстрое учение. Уровень 1. Задействовать 3. Переполненный улей. Не будет на этом задании не будет стоянок. Ага. Хорошо. Убить одного ученика-некроманта. Средняя сложность. В бухте. Быстрая, а здесь исследовать комнаты 90%. Тоже средняя. В чаще у нас 10% к шансу разведки и минус 10 к скорости в первом раунде. Одолейте всех врагов. Ох, я не знаю, попробовать, не попробовать. Давай возьмем с вами еды. Так, факелов наберем маленько. Бинтов. Так. И, наверное, все, ребята. Как говорится, была, не была. Внутренний двор. Внутренний двор и сады вокруг поместья некогда были предметом гордости нанятых мной прилежных смотрителей. Здесь под звездным небом устраивались грандиозные пиры и шикарные балы. Хотя от людей в нашем положении обычно ожидает соблюдение приличий. Так, он был закрыт на многие годы, да? Нам были смешны стоические меланхолии поросших мхом фонтанов и статуи херувимов. Полускрытые за стеной зеленых там чего-то, мы предавались похоти, и наша мораль падала все ниже в грязь. Понятно, это внутренний двор, блин. Здесь у нас будут букашки. Эти затопленные каменные террасы и запущенные сады когда-то были местом давно забытых перов и памятных дурных поступков. Понятно. Плюс стресс. Так, подожди. Факела что, нет у нас, ребята? Мы идем без факела, так? Жесть. Это плохо. Что мы не можем применить факел. Давай пойдем в эту комнату. Ну, в принципе, тут не так уж и много. Всего лишь 3. Попробуем, ребята, как-нибудь ушправиться. Так, погоди-ка, вы почему-то опять поменялись местами. Трусость у него. Блин, трусость. А у тебя что, мазохизм? Так, это что за фигня? Куча странных костей. Вы порезали, блин, палец. Хорошо, у меня бинтик есть. Не надо стрессовать. Подожди, мы идем где с вами? Здесь. Сейчас будет битва. Это кто такие? Это что за хмыри? Я хочу быть мокрый от крови. Ну, естественно, ты же мазохистка у меня, блин. Так, 5-9. 5-9.
получи на 9 тогда. Жалко, она не вешает кровотечение. Сейчас бы отдуплился бы чувачок. Жажда. Ах, ну это типа комара. Нифига он подпитывается за счет атаки. Так, комарик, по-моему, пора тебя ликвидировать. Пропустил? Ты не припухли, а? Так, это что у нас тут? Мошка какая-то. Комары, мошка, в общем. Вся вот эта вот шелупень и нечисть, и нежить. Очень мило, но я прекрасно себя чувствую. Ты посмотри, а? Что делает? Он отказывается, ребята. Ё-моё. Давай тогда так делать. Сопротивление, ага. Читаем, ребята. Того, как ветром сдуло, просто-напросто. Стресс, сопротивление кровотечению. Кританем, надеюсь. Нет, не кританем, а вот так. Слушай, он почему-то не может первый ряд атаковать. Тогда давай усиляться. Тынь-дырин-дырин. Усиление, усиление, отлично. Ну что ты сейчас? Опачки, ты зашибись делаешь, а? Против своих же прет, гад. Жесть, отказывается. Все как-то ведут себя вообще неадекватно, ребята. Вот тебе и контини, уничтожили. Погнали дальше, ребята. Так, одну комнату мы с вами прошли. Тут еще одна осталась, диковинка там у нас находится. Оу. Улей, смотрите, там чувак какой-то лежит в дереве. Так, отрез. Это у нас кровотечение, это я помню. Ах, хорошо-то как. Поистекай-ка кровью. Так, назойливое жужжание. Вот это уже реальный комар. Зря я сюда приперся. А как будто у тебя был выбор. Давай добьем. Нет, не получилось. Но он сдохнет в любом случае, кровотечение его. Подготовка пищи. А, это что-то типа паука, да? Разложение повесил на меня. Ясно. Сдох. Вот это я понимаю, ребята. Так, сбор крови. Вот гаденыш, а. Пропишем, а, 4-8. Вот так вот. Что же нам сделать? Нам нужно... Ну вот этого мы, наверное, вот этого добьем. Нифига, кровотечение. Даже не повесили... А, нет, повесили. Так, комар, ты достал, нужно хиляться. Оу, обязательно хиляться нужно. Так, пробиваем. И хилимся. Давай только не будем дурковать, а похиляешься. Вот, на 8, молодец, умница. Ну, а с этими уже будет разговор у нас короткий. Этот еще выжил, гад. Подготовка пищи, опять блевать. Уклонился шаман, умница. Да, это тебе, ребята, не в бирюльке тут играть. Пробуем. Отлично. Так, он не может ничего сделать, да? Давай тогда усилимся. Ну все, этому комару в любом случае, ребят, хана. Жажда, что это такое? Кританул, вот это да, вот. Так, багряное проклятие. Что мы там получили? Симптомы достижения. Один из ваших героев стал жертвой багряного проклятия. Это проклятие не похоже на обычную болезнь. От него нельзя избавиться в лечебнице. Единственный способ — сдерживать развитие недуга — кровь. Возможно, есть и другие способы избавиться от проклятия. Чего? Это как? Это что такое? Что за багряное проклятие? Так, надо будет посмотреть, ребята, потом, что это за фигню на нас такую повесили. Так. Кровь. Вот для чего, наверное, нужна кровь, да? Теперь он будет как вампир все время. Да хорош бубнеть. Это скрученный улей. Поражение проклятых насекомых выглядит неестественно. Вы надеетесь, что этого будет достаточно? А чего нам нужно-то для этого еще? Что-то я не понял. А что нужно сделать, чтобы его вскрыть? Странно. Ой, тут еще дальше открывается. Ядрено ты вож. А я-то, блин, обрадовался.
Слушайте, кто знает, что делать с этим ульем? Как его бомбануть? Абсолютно никто ничего не может сделать с ним. Ладно. Переходим. Цветочки, блин, какие-то на вид кровавые цветы. Ну давай попробуем. Что ты там опять получил, а? Вечно свои руки, блин, запускает туда, куда не нужно. Так. Багряное проклятие. 5% к сопротивлению оглушению, к яду, к кровотечению. Ё-моё. Вот тебе и проклятие, да? Ну-ка попробуем, ребята. Чё-то ничего, по-моему, не изменилось, да? Странно. Так, что это за фигня? Шевелющиеся коконы. Блин! Тронули коконы. А это что за мудила? Застали врасплох. Мы или нас? По-моему, мы. Так, 89-93. Давай вот этого начнем, наверное. На 7. Уже хорошо. Так, давай-ка усилимся. Твои глупые фокусы не действуют на меня. Понятно, как всегда. Как всегда, ушел в сторону. Назойливое жужжание, комар. Понятно. Расстраивает мне только, блин, психику. Так, шаман, ты будешь у меня? Будет. Ребята, он у меня будет ходить. Если я вдруг потеряю сознание, давай, ты будешь хилиться. Нет, отказывается. Тогда пробуем. Я даже не знаю, что мы можем сделать. Мы можем похиляться сами. Во, вот это будет правильное решение. Ух ты, нифига тут. Оу, тихо, тихо, при смерти он у меня. Подготовка пищи. Звездец, ребята. Он погиб. Он просто погиб. На нем было охрененное проклятие. И он сдох. Жалко, конечно, было. Ну а что поделаешь? Он слишком слаб оказался. Нам дальше нужно играть, ребята. Некогда паниковать. Кровотечение есть? Нету. Так, я читаю приговор. А этот уклонился, комарик. Смотрите, уже напился крови. Брюшко-то он, смотрите, кровавое. Такой толстый, блин. Сейчас мы ему немножечко зададим трёпу. Вы втроем, я думаю, неплохо у меня справитесь. Так, оглушительное жужжание. Нас так просто не пробьешь, да ведь? Ну все, 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 давай. Что будем делать? Давай так сделаем. Эть, уклонился. Комарик. Острое омерзение. Действительно, мерзость какая-то. Ходячая. Зашибись, у меня вояка просто пропускает ход. Ребята, у него, кстати, очень много стресса. У него может быть разрыв сердца. Его нужно будет обязательно в лечебку отправлять. Ну, будет кто-нибудь ходить сегодня или нет? Добьем, нет? 73% должны добить. Так оно и получилось. Давай вот эту вот тварину. Жажда. Нет, не пробьешь. Оглушить, 84%, на. Что, у него сопротивление сработало, да? Значит так. А мы усилимся. Только зачем, сам пока не знаю. Так, 4,6, ну, есть. Добили гада. Ну что вы мне подсовываете сюда, трупец? Он мне нафиг здесь не нужен. Моментум, море. Пойдем, мы втроем, ребята, здесь. Очень и очень плохо. Стрессуем. Блин, давайте, наверное, мы с вами бросим задание, потому что Рейнольд у нас может получить в бою сердечный приступ. И ничего мы с вами не заработали, да? Или заработали маленько? 1100.
Ну и что мы здесь получаем? Вертига. Че там, минус 50 сопротивления перемещению. Ладно, хорошо. Слабая хватка. Минус 5% криту. Иеромания. Религиозные видения и иллюзии. Охренеть. Просто охренеть. Время укладывать камни. Возрождение нашего обветшадшего городка привлекло внимание торговцев и ремесленников, которые решили, что свободное место вокруг городской площади можно с выгодой использовать. Получен чертеж. А чего чертеж-то получили мы? Здание предместья. Город разрастается, и весть о вашем появлении пробуждает ремесленников возвращаться. Теперь вы можете возводить новые здания. Они стоят недешево, однако обеспечивают уникальные бонусы, которые помогут вам очистить имение от скверны. Да? И что же я, например, могу здесь построить? Валюта предместья. Для постройки большинства зданий предместья требуются чертежи и фамильные ценности. Чертежи можно добыть с боссов. Для построек предместья дополнение Color of Madness требуются осколки, которые можно получить в крестьянском дворе. Мельница исключение. Для нее нужны воспоминания. Воспоминания легче всего получить в задании «Бесконечная жатва», убив спящего. Примечание. Чтобы получить доступ к знаниям, в предместе нужно приобрести дополнение. Но это у нас все есть. Мельница. Герои больше не будут испытывать голод в случайные моменты времени. Так, воспоминания. Можно найти и выполнить задание «Бесконечное чего?» Что бесконечное? Просто бесконечное. Так, геологический учебный зал. Количество драгоценных камней одного типа помещается в инвентаре. Увеличено на 1. Оскверненный колодец. Святая вода увеличивает эффективность усилений. Настойка опия увеличивает сопротивляемость к стрессу. И сад чего-то там. И-хи-хи, тут еще... Ёпарсете, нифига тут костер чужаков. Сколько? 300 гербов. Так, а вот это вот можно. Концертный зал. 500 зу... А, вот этого у нас нету. Или есть все? Шут. Минус 10% урона от стресса. Ну-ка попробуем. Получится, нет? Построить это здание? Ну, предположим, да. Смотри-ка. Стройка века. Получилось, ребята, построить-то у нас. И где это здание? Вот кто мне скажет? Кто-нибудь видит его? Вот сюда надо обязательно заходить. А, ну это получается как бы просто, ребята, бонус. Все, я понял. Финал плюс 20... процентов к урону. Это только у шута такое будет? Тепличный боец. Тепличный боец. Ладно. Хорошо, ладно. Надо нам, ребята, лечиться. Отправлять всех. Оу, лечиться. А на что? На что нам лечиться? Нам не на что. Блин. Вот это попали мы, по-моему, ребята. Могильная воровка. У меня есть уже такая могильная воровка. Вот этот вот искатель щитолом. Сколько он стоит у нас по найму? Нисколько, да? Дилижанс. Я могу что-нибудь себе здесь? Опытные рекруты. Ковка оружия. Так, мастерство инструктора. Уровень 1. Нужно, да? Понятно. Ё-моё, у меня же тут столько всяких штук уже накопилось. Так, это что такое? 15% к шансу навыка оглушения. Так, только разбойник. У нас разбойник есть один. Давай-ка мы 5 урона от стресса. И минус 3 к шансу душевного подъема. Не знаю. Что? Ну-ка посмотрим. Да убери ты ее. Ставим. Ага, крит, 12%, отлично. Что у нас дальше здесь? Только чумной доктор, у меня его нет, к сожалению. Только наемник, наемник. Это у нас прокаженный. Чумной доктор. Слушай, ну давай попробуем на
шамане получится? Уклонение. Увеличивается, да, уклонение? Ну-ка снимем, предположим. Ага, 22 к уклонению. Ну, это бы, наверное, лучше бы пригодилось где-нибудь в другом. Например, вот здесь, на шуте. 29. Отлично. Так, и здесь у нас только наемник. А наемник это кто? Вот этот у нас? Нет, это не наемник. Может быть, этот? Блин, что за наемник-то? Хм, не знаю, ребят. Ух, я вот насчет денег переживаю. Мало денег. И как же нам дальше с вами быть-то? Ладно, ребята, давайте мы, наверное, закончим сегодня эту серию. Обязательно увидимся в следующей и продолжим играть. Ну, а у вас будет время, ребята, мне написать, где тут можно заработать деньги. Неужели ходить на миссии? Но они же все время растут по уровню. Уровень у них причем вот все время подрастает. И это чертовски сложнее проходить их будет. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых видосиков. We'll be right back.